Среди развалин Помпеи найдены сокровища ведьмы. В доме в саду Каса дель Джардино археологи обнаружили деревянную шкатулку. В ней драгоценные камни, амулеты, небольшие колокольчики, куколки и даже маленький череп. 2000 лет назад одна из жительниц Помпеи могла носить эти драгоценности как украшение. Но есть и еще одна версия. Предметы могли использоваться для того, чтобы отгонять неудачу и помогать в семейных делах, рассказывает директор парка Массимо Асана. Все эти предметы сделаны из очень красивых материалов – янтаря, бронзы, костей, слоновой кости и стекла. Здесь есть ювелирные украшения, ожерелья. Все они связаны с женской красотой. Все предметы были отреставрированы, и теперь туристы могут увидеть, как эти украшения выглядели тысячелетия назад.